посадка туи весной на даче. Вы узнаете об особенностях туи, схеме обработки грунта под туи, как сажать ее на участке, как подготавливать черенки, веточки и землю. Туя – стандартное оформление садового участка, подъездных дорожек, декоративных зон отдыха на даче. Высадку растения проводят с осени или начала весны, подготавливая грунт. Осенняя зона насыщается минералами, затем обрабатывается мульчой и укрывается до весны. После потепления слой мульчи снимают и заново подкармливают грунт. Схема обработка грунта под тую. Дренажный слой, компост, чернозем, торф, битый кирпич, вермикулит на низ 10 см. Как сажать тую на даче? Черенками или покупными саженцами? Черенки или веточки туи можно срезать у знакомых или материнского растения с участка. Саженцы купили на рынке, ферме или садовом магазине. Есть также семенной вариант посадки туи на даче, как раз для весеннего периода, но придется ждать 5 первых сходов. Укоренение туи двухлетними побегами. Купленные или собранные черенки обрезать по нижнему уровню, повторив место среза по диагонали. Обработать в стимуляторе роста или древесном угле. Посадить в прогретый субстрат. Длина черенка туи 20 см. Обязательно наличие зеленых побегов. Обработка саженцев туи. 1% раствор марганцовки, корневин, энерген. Почвенная смесь также локально смачивается раствором марганцовки. Приготовить 3% раствор по 3 грамма на 500 мл. Укоренение туи. Температура воздуха плюс 22 градуса. Освещение рассеянное, постоянное. Полив по мере просыхания земли по ободку лунки. Опрыскивание каждый день. Сколько длится укоренение туи? Месяц. Полноценное развитие наступает на 3-й год после посадки. Высадка пророщенных саженцев ускоряет адаптацию. Посадка туи весной саженцами на даче. Обработать место посадки, пролить водой. Сформировать лунку по размеру корней около 80 см в глубину. Посадить саженец вместе с корневым комом. Если обнаружена гниль или повреждение, обработать. Пролить водой и уплотнить субстрат. Красивое оформление туи на участке. Вдоль декоративной изгороди 50 см между саженцами. У забора на расстоянии 70 см. Важно расположить корневую шейку саженца туи на уровне с почвенной смесью. Пересадка взрослой туи весной. К теме посадки туи весной на даче относится перемещение взрослого деревца с укоренением на участке. Для этого подготавливаем зону посадки, диаметр 90 см, а глубина 70 см. Заделываем корневую систему до корневой шейки, но обязательно простилаем дренажным слоем, поверх которого слои удобрений и земли. Верхнюю зону можно насадить древесной золой в объеме 250 грамм на метр квадратный. Подкопать взрослую тую по периметру посадочной лунки, подеть лопаткой корневой ком и переложить на расстеленный рядом брезент. Перетащить деревце к новой посадочной лунке, укоренить, придерживая у основания. На этом этапе может понадобиться рука помощи. Присыпать почвой и укоренить в земле. Готово! Пролить и добавить еще слой мульчи, если почва у вас осядет. Удобрение через 2 недели после пересадки. Закрепить результат, добавляя Кимиру Универсал в грунт по 100 грамм на метр квадратный, а затем по 20 грамм аммиачной селитры, мочевины и кальциевой селитры на ваш выбор. Пишите в комментариях о вашей посадке туи весной на даче.